что, пошли теперь краситься. Я сделала сейчас шикарный макияж. Ну что, девушки, все, начинаем теперь делать макияж. Я все подготовила, выбрала косметику, только ту, которую мне понадобится именно сейчас для макияжа. Я не буду тестировать все, что я купила по чеку. И в первую очередь начнем с мицеллярной воды для того, чтобы смыть макияж. Сейчас вы меня увидите во всей красе. Так, готово. Ватный диск чистый. Так, смотрю в зеркальце. Ой, друзья, а у меня пошла аллергия. Жесткая причем. Обалдеть. Обалдеть. У меня такого никогда не бывало. Вообще, это первый раз в жизни, можно сказать. Вот это вот подстава просто. Это же такая подстава. Подстава, да. Нанесла в косме. Вот реакция. Вот пол лица нанесла, видите? Пол лица смыла. Так же, как вот и до этого у меня был тональный крем, я специально нанесла это же. И вот реакция, видите? Опять. Здесь я нанесла биодерма мицеллярку. Здесь реакции нет. Опять все то же самое. Прям горит вот четко там, где наносила. Здравствуйте, дорогие девушки. Ну, смотрите, я жива-здорова, все в порядке. Аллергия у меня прошла практически там, через пару часов. В общем-то, ничего такого криминального не было. Кстати, я почитала ваши отзывы и посмотрела, что кто-то пользуется этой мицеллярной водой, и все в порядке. То есть получается, что это какая-то именно моя индивидуальная непереносимость. Сегодня я сделаю макияж, ведь я уже готова той косметикой, которую я купила. И, конечно же, не все я буду использовать. Я просто покажу именно то, что необходимо, ну, например, для моего любимого там, ежедневного макияжа. Кстати, очень многие спрашивают, да, там, Жан, покажите, как вы красите. Вот сейчас я как раз покажу. Конечно, это будет для меня новое, потому что все, что здесь, я еще не тестировала. Поэтому это будет опять в первый раз. Единственное, что там блеск для губ протестировала, там карандаш для бровей, а вот остальные там, ну, корректор так немножечко посмотрела, а остальное все, и все чистое, как бы новенькое, поэтому буду начинать с нуля. Так, еще, что касается вот этой смывки, вы знаете, я даже думаю, может быть, слушайте, я наверное, прямо сейчас попробую позвонить Ирине из Флавьеры, и что она скажет, вдруг она сможет протестировать, я не знаю, я сейчас ей звоню, и посмотрим, что она скажет. Вдруг скажет, Жанна, что вы? Так, Флавьера и Ирина. Так, включу на громкую связь. Алло. Ирина, здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Ирина. Да, я там прочитала. Сейчас, секундочку. Я прочитала по поводу кистей, попозже чуть-чуть отвечу. У меня такой вопрос. Я тут была в магазине и купила мицеллярную воду. И вообще я не аллергик, но в этот раз у меня была такая жуткая аллергия. У меня просто лицо как будто бы горело. Была просто краснота на все лицо. Для меня это был некий шок, потому что такого у меня никогда не было. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а можно вот проверить эту мицеллярную воду? Вот что там такое, что может вызывать такую вот реакцию? Вы же тоже делаете мицеллярку? Да, но знаете, это какая ситуация грустная у нас в России. У нас мы можем только, вот вы можете не сфотографировать состав, но только тот, который на упаковке указан. И девочки могут посмотреть что-то, может быть, они увидят, ну, плохое, как бы некачественное. Но производители очень часто убирают все парабены с этикеток, какие там есть. И силикон убирает, ну, то есть просто их стирает с текста этикетки. А вот орган, который выдает документы,
декларации соответствующие сертификаты, он не способен проверить состав. У нас в России, к сожалению, специальное оборудование. И у нас нету... Я несколько лет назад по другой работе искала. Я хотела заплатить деньги, чтобы лапы ногтей мне разложили и сказали, какие там ингредиенты. Кстати, этим никто особенно не занимается. То есть, в отличие от Европы, где проверяют за где-то тысячный миллилитра запрещенных ингредиентов, у нас никто на это не тратит усилия, никто не делает эти исследования. Может, что-то и есть, но эти люди так спрятаны, у нас чем-то другим, что... Ну, в общем, к сожалению, вот разложить... Да. Ой, ну хорошо, тогда вот. Просто я сфотографирую, просто посмотрите, вдруг действительно что-то там, потому что, ну, если это есть, я просто должна об этом сказать людям, чтобы не покупали это средство. Да, хорошо. Да, спасибо вам огромное, это благодарю вас. Делаю. Да, тогда я попозже пришлю, благодарю. До свидания. Спасибо, до свидания. Ну, вот так вот. Ну, хорошо, хотя бы так. Видите, какие тонкости бывают. Итак. Ну что, начинаем? Вы готовы? Я готова. И сейчас, значит, последовательно. База, тональный крем и так далее. Первый шаг – это база под тональное средство, которое позиционируется как база Perfect. То есть это праймер для лица Prima Ballerina. Так, выполняет, служит базой для нанесения тонального крема и пудры, позволяет создать безупречный макияж. Все, больше ничего не написано. То есть, какой она эффект дает, не написано. Что это значит, Prima Ballerina? Это будет увлажняющее средство или матирующее, пока вы не протестите и не поймете. Тестируем. Так, смотрите. Во-первых, она такая немножко розовая. Ну, на упаковке здесь тоже розовая. Ладно, сейчас растушуем, посмотрим, что это вся база представляет. Ну, она больше увлажняющая, кстати, очень приятная, тоненькая, выравнивающая. Для сухой кожи подойдет. Наношу, естественно, пальчиками. У меня кожа чистая, я нанесла средство по уходу за кожей. Все, теперь наношу базу. Не советую особо наносить базу под глаза, глаза чувствительные. Поэтому всякое может быть и реакция типа слезотечения, дискомфорт какой-то, а еще может быть отечность. Поэтому не будем экспериментировать, наношу на лицо. Так, ну она дает такое легкое свечение, чуть-чуть, деликатное. Ну, в принципе, ощущение приятное. Это у меня Vivienne Sabo. Вот такая вот Prima Ballerina. Следующий тональный крем. Тональный крем, который меня очень удивил. Серия 36+, 46+, 56+. Взяла 46. Так. Биби. Самоомоложение. Self-complex. Мгновенно идеальный тон и сияние. Сокращает морщинки. Так. Сейчас посмотрим. Очень нейтральный запах. Цвет там был только один. То есть там не представлено, что будет несколько цветов. Это вам тоже подсказка. Если тональный крем представлен только один или два цвета, они должны быть, как правило, полупрозрачные. Соответственно, подстраиваться под любой цвет кожи. Так, вот он, видите, какой такой немножко светловат. Но светлый тон это неплохо, потому что светлый тон, он как раз очень хорошо дает вот этот эффект омоложение, кожа сразу становится более такой чистой, не то чтобы она была грязной, да, я имею в виду в визуальном восприятии, такая как бы легкость, свежесть. А потом уже, вы знаете, я же люблю очень загарные пудры, ой, а вот и сюрприз. Так, сейчас я посмотрю. А сюрприз в том, что на предыдущую базу у меня все скаталось. Вот тут вот очень хорошо видно, что средство скаталось. Так, значит, не поженились эти два продукта между собой. Так, ладно, попробую дальше. Такое бывает. Такое бывает, кстати, в любой марке. То есть нужно, может быть, надо было действительно немножко подождать, пока база впитается. То есть, если, например, средство между собой не соединяется, значит, соответственно, не будет хорошего результата. Я подготовила спонж. Я его тоже купила, вы, наверное, помните. Я его намочила, потому что он очень твердый. Очень твердым спонжиком тяжело. Этот
Мягкий. Так. Да что же такое-то? Вот эти сюрпризы. Нет. И мне опять надо умыться. У меня все пошло пятнами. Это некрасиво. Так. Дубль. Три. Так, ну ничего страшного. Надо добиться идеального результата. Я что, не профи, что ли? Профи. Сейчас все сделаю. Значит, в данном случае я попробую не использовать у меня тональный крем. У меня есть еще один тональный крем. Так, значит, Vivienne Savoie с жемчугом. Не поженились. Попробуем другой вариант. Так, опять все смываем. Есть у меня еще здесь спрей для лица. Отделаж, который для фиксации декоративной косметики. И так, а вот со лба я пока не буду стирать. Я как раз сейчас посмотрю, будет ли такая реакция чуть позже. Так, лицо чистое. Воспользуюсь проверенным своим средством. Это, нет, я воспользуюсь, раз уж у нас пошло такое тестирование. Это у меня спрей для фиксации макияжа. Фирма Divash. Можно использовать до макияжа, можно на макияж. Делается вот таким образом. Вытягиваете руку, то есть не вот так вот, а на уровне вытянутой руки. Так. В данном случае это чтобы мне смыть еще и мицеллярную воду. Потому что на мицеллярную воду макияж будет очень плохо наноситься. А может еще и растворяться. До этого у меня ее не было. Мицеллярной воды сейчас она есть. Так. Ладно, я сейчас не буду наносить крем. Кожа после этого средства такая приятная, мягкая. Так, я сейчас что попробую? Я сейчас попробую на свою чистую кожу нанести черный жемчуг. Повторно, без базы. Посмотрим, что сейчас будет. Так, воспользуюсь спонжиком. Ну, без базы лучше. Намного. То есть нету вот этих вот хлопьев. И сейчас тон делаю поплотнее, потому что я люблю чуть-чуть поплотнее. Вот видите, у меня кожа такая с розовинкой. Немножко. Он с сиянием, этот тональный крем. Но он очень легкий. Он такой легкий, что он не перекрывает. Так, это еще от шметки, от базы остались. Ничего. То есть вот что нанесла, что не нанесла. То есть он просто прозрачный. Дублирую. Второй раз. Так тоже можно. Наносим второй раз. Усиливается плотность. Интересно, есть разница? Вы видите? Я не особо. Так, третий раз. Значит, такой тональный крем подойдет для девушек, у кого кожа идеальная, ровная. И вам нужно просто немножечко, может быть, увлажнение, сияние. То есть он не скрывает ничего. Абсолютно ничего. Так. Нанесу тогда сейчас вот на эту часть лица. Чтобы было одинаково. Так как же быть? Например, мне нравится, что он такой легкий. Он будет очень хорош для сухой кожи. Так. Ну так. А так, конечно, ничего не маскирует. Так, что я сделаю сейчас? Я сейчас воспользуюсь консилером. Я купила два консилера. Это консилер у меня Divash. Он вот такой, здесь скульптор, здесь консилер. И еще подсветка, то есть консилер-фонарик. Сейчас попробуем им воспользоваться. Новенький, не тестировала, видите? Это часто бывает, нужно несколько раз
Так, посмотрим. Начну пока с глаз, с этого консилера, хайлайтера. Так, это у меня косметика Диваж. Ну, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, он прямо как подсветка-подсветка. Так, немножечко тает. Так, теперь второй консилер, который должен быть поплотнее, раз он как скульптор. Попробуем его. И чтобы сделать кожу более ровной по цвету и замаскировать какие-то нюансы, это можно делать не тональным кремом, а вот такими консилерами, которые могут выступать в качестве тонального средства. И у них покрывающая способность, и вот эта вот пигментация, она прелесть. Музыка. Ну, музыка привычная, ладно. А тут еще и ремонт. Так. Ну, что-то получше, но, если честно, не идеально, как бы мне хотелось. Бюджетная косметика, бюджетная рознь. Есть бюджетная косметика, которая очень хорошо дает эффект и стоит недорого. И такие примеры я очень часто вам показываю, рассказываю на своих вебинарах. Конечно же, на курсе онлайн. Потому что, чтобы можно скупить косметику с учетом разного бюджета. Ну вот, вот так вот вроде бы стало чуть-чуть поплотнее. Но вот это, значит, средство фирмы Диваж можно использовать даже в качестве тонального средства. В прошлом видео, в прошлом шоу я как раз показывала на героине, вот у меня остался, кстати, ее консилер, вот этим консилером Maybelline, как можно сделать с помощью него ровный тон. Вот здесь, в принципе, я делаю то же самое. То есть иногда, когда нужно именно центральную часть сделать чуть-чуть поплотнее, можно воспользоваться консилером. А тональный крем, который такой полупрозрачный, он делает общий тон. И, например, вот здесь перегружать не надо. Здесь, если маскировать ничего не надо, у вас получается очень хороший результат. Так, значит, я дублирую, соответственно, с другой стороны. И также можно в данном случае нанести его, конечно же, и на центр лба, потому что там у меня только база. Что я делаю спонжем? Спонжем я, знаете, как бы вот так припечатываю, чтобы не было видно, но при этом была очень хорошая плотность. Этот выпуск очень веселый у меня. Во-первых, он два раза снимаю, и все время какие-то сюрпризы. Вот, смотрите, прелесть, дрель пошла. Так, да. Нам это не помешает, мы работаем дальше. Так, и наношу, конечно же, на центр лба. Немножечко посидим, подождем. Все? Угу. На центр лба. Так, ну вот, смотрите. В общем-то, если владеете техникой, если владеете техникой макияжа, то получается, в общем-то, и неплохо. Посмотрите, такая светленькая, беленькая. Естественно, нужно затемнить. Так, сейчас. На глаза, чтобы замаскировать вот эту зону. И это же средство, потому что там я не нашла базу под тени. Она вообще, в принципе, не могу сказать, что какая-то такой продукт распространенный. Поэтому я в данном случае вот этим консилером сделаю и основу под тени. Что касается тонального средства, конечно, для меня оно такое немножечко пустовато. Но для кого-то, может быть, это будет то, что надо. Все зависит от исходных данных. То есть не всегда получается, что средство это плохое. Нет. Это может быть просто ваша кожа не для этого средства. Точнее, наоборот.
что это средство не для вашей кожи. У нас у каждой свои потребности, поэтому в данном случае получается, что тональный от черного жемчуга не совсем мой продукт. Угу. В общем-то, неплохо. Мне понравился консилер. Скульптор я сейчас боюсь использовать. Знаете, почему? Нет, мне нужно использовать, потому что я вам обещала. Значит, как это делается? Вот у меня ровный тон. Можно его использовать до тонального средства, и тональный крем немножко полирует. Или, конечно же, можно использовать после. Но вот тут нужна просто ювелирная работа в плане растушевки. Нанесли сначала на одну половинку, растушевываем. В одну, в другую сторону делаем такой мягкий-мягкий, плавненький переход. Ну, в принципе, неплохо тушуется. Так, приподнимем скулы еще раз. Так, хорошо, кстати. Мне нравится, очень легко растягивается. Вот у меня здесь уже изменения идут, поэтому я делаю, естественно, повыше. Так. Растушевываю, впечатываю, и вот у меня получается такое вот очень нежное, мягкое скульптурирование. Не очень я это люблю. Это, конечно, можно делать, но иногда, когда мы в повседневной жизни, это такое лишнее действие, которое, ну, во всяком случае, для меня. Так, носик сделаю. Носик сделаю. Чуть-чуть поменьше, то есть покороче, значит, затемняется кончик носа. Вот, достаточно. Остальное не буду, там лоб и так далее, уже хорошо. Следующий шаг — это пудра. Пудра Lavelle матирующая, подстраивается под тон кожи. SPF 15, неплохо. Вот такой вот здесь вот спонж, значит, сама пудра. Спонжик. Спонжики я не особо люблю в пудре. Я возьму кисточку. Кисточка у меня есть вот такая, я купила, вы видели. И кисточка вот такая, которая называется кабуки. Вот этой кисточкой удобно как раз, вот ее держать нужно вот таким вот образом по отношению к коже, прямо перпендикулярно. И вот такие вот движения при нанесении. Вот этой кисточкой, сейчас первой ей попробую, она поменьше. Очень яркий аромат, прям очень яркий. Попробую слегка. Ну, в данном случае цвет мне подходит. Посмотрите, какой он здесь темный. Видите, по сравнению с моей кожей. Но у меня тональное средство и консилер немножко высветлили мое лицо. Поэтому то, что сейчас эта пудра придаст более теплый и чуть-чуть посмуглее тон, это будет хорошо. Так. Кисточка хорошая, мне нравится. Я люблю такие небольшие. Так, тут, конечно, очень важно кистью, если, например, вот такой набирать, попробуем тоже, чтобы очень сильно не втирать, особенно там, ой, она мягкая, она приятная. Так, студия ставила профессиональная кисть для макияжа, для пудровых текстур. Сейчас я посмотрю потом, сколько, конечно, все это стоит. Да, кстати, удобно, удобно и быстренько. Вот, смотрите, лицо уже человеческое. Немножко можно и на веки, потому что консилер, видите, он скатывается. Это нормально. Вот база по тени не скатывается, консилер скатывается. Возьму кисточку поменьше. И в данном случае я фиксирую консилер, чтобы он лучше держался. Так. В данном случае хочу тут тоже придать теплый цвет. Так, в общем-то, мне нравится издалека, но вблизи, конечно же, есть немножечко ощущение маски. А еще очень интересно, смотрите, пудра квадратная, а спонжик прямоугольный. И когда он тут вот лежит, он как будто бы, знаете, не отсюда. Вот. Хотя по размеру закрывается. Так, с пудрой мы все. Следующий шаг — это у нас нанесение хайлайтера на лицо. Хайлайтеры
у меня вот такой вот я купила. И еще Vivienne Сабо. Так как я лицо припудрила, то на припудренное лицо надо бы очень аккуратно наносить вот такие кремовые хайлайтеры, чтобы этой кремовой текстурой не смыть или не растворить пудровую текстуру. Поэтому наносим очень аккуратно, без фанатизма. Это у меня хайлайтер, очень такая удобная упаковка. Что же это? Диваж. Хайлайтер для лица, жидкий. Beautiful. Beauty Killer. Угу. Цвет хороший, мне очень нравятся такие. Он, знаете, как бы такой жемчужный, но достаточно, посмотрите, яркий. Поэтому нужно совсем чуть-чуть, чтобы создать эффект сатиновой кожи. И наношу на классические зоны. Здесь затемняло скульптором, а тут высветляю. Надо это делать быстро. Движения такие вот похлопывающие. И слегка растягивающая. Вот, получается красивое свечение. Под бровь. Немножко. Верхний контур губ. Угу. И с другой стороны. Так, отлично. Ну, в принципе, очень даже неплохой. Хорошо растягивается, мне нравится. Достаточно. Можно еще на спинку носа. Без фанатизма. Так. Прекрасно. Так, хайлайтер. Зачет. Следующий шаг у нас румяна. Румяна по цвету у меня прямо вот такие вот ядреные, других не было. Это диваж тоже. Они ведь персиковые. Когда весна, вот такие цвета теплые, они смотрятся вообще великолепно. Попробуем. Я беру эту же кисточку, которую наносила пудру, и буду наносить румяна. На самом деле хорошо. Мне нравятся они. А почему? Они, во-первых, матовые, они очень легко растушевываются, да, и цвет прям красивый. Так, сейчас немножко пальчиками растушую, сделаю поровнее. Войдите. Так, теперь, как правило, румяна наносится еще чуть-чуть, чтобы не получилось вот так, знаете, какая-то матрешка. Но сейчас я буду делать макияж глаз, бровей, губ, и поэтому румяна не будут смотреться такими яркими. Но когда делаются румяна немножко у линии роста волос, вот это даже лучше делать румянами, а не скульптором. Потом чуть-чуть. Это мочка уха и капельку на боковой поверхности шеи. Вот сюда можно тоже чуть-чуть. Таким образом получается такой вот законченный эффект. Кожа смотрится гармонично, а не просто какие-то сочные ядреные румяна, которые только на щечках. И тени. Вот. Здесь у меня еще очень красивый такой продукт. Это тоже, это Vivienne Сабо, матовая помада. Посмотрите, какой цвет, практически в тон румян. Сейчас я попробую сделать вот таким образом. Как вам? Матовая, но она как тинт. В принципе, неплохо растягивается. И вот уже, можно сказать, какая-то часть макияжа закончена. То есть можно накрасить реснички, чуть-чуть бровки, блеск для губ добавить, и уже красиво. Так, но пока сочно, да? То есть цвета такие ядреные. Но кому-то подойдет, между прочим. Теперь переходим к макияжу глаз, бровей. Попробуем тени, тушь. И сначала хочу посмотреть, давайте я их просто вскрою, потому что я их не открывала. Что касается некоторых текстур, например, вот эта пудра, она такая, ну, достаточно яркий аромат.
Такое же очень часто бывает, и я вот эти тени, например, хотела вам показать, как ими краситься, потому что палетка очень даже симпатичная. Это тоже лавель, а может быть это у них у всех такой, они так сильно пахнут, такой аромат специфический, что если у вас на ароматы есть какая-то, не знаю, реакция непереносимости, и вам тяжело, что это какой-то посторонний вот будет аромат, который вам не очень нравится, то я боюсь, что если я сейчас делаю, я буду целый день ходить вот с этим ароматом теней. Немножко, знаете, чем пахнет? Как в церкви, когда вот свечки вот рядом находятся, вот это, вот почему-то такой аромат. Не буду я краситься. Я могу сейчас просто посмотреть, что это за текстура, как они себя ведут, но по запаху это на любителя, честно вам скажу. Так, вот тени. Красивая очень палетка. Мне нравится вот этот цвет, он такой как базовый. Так, набирается неплохо, растушевывается, и цвет вообще отличный. Прям супер, честно вам скажу, нравится. Но запах. Так. Тоже очень хороший базовый цвет. Вот эти тени стоят 100 рублей, девочки. Так, возьмем вот этот цветной. Тоже красивый. Вот цвета супер и качество нравится. Прям вот идеальный так серенький. Тоже отличный. Ну, супер, палетка супер. Но я сейчас краситься не хочу, потому что мне еще целый день с ним. Так, и зелененький, нарядненький. Такой более сочный, очень красивый, прям очень красивый. Так. Ну, пахнет, пахнет даже, знаете, немножечко таким каким-то вот старьем, если честно. А может быть они старые, хотя нет, почему они должны быть старые? Ну, вот так. Палетка очень красивая, но аромат очень яркий. Это у нас лавель. Так, я купила уже несколько, вот у меня еще есть диваж, немножко я уже ее тестировала, вот эту диваж я не тестировала, вот это тоже, видите, запечатано, и еще одна лавель, и она тоже у меня запечатана. Скрываю. Так, я просто, ой, какая красивая, посмотрите, прям цвета волшебные. Так, сейчас понюхаю. Ой, запах похож. Ну, понятно, один бренд, значит, одна. Ай. Так. Качество отличное. Тоже она, по-моему, стоит 100 рублей. Вот этот цвет пустоват. Ну, хотя такой он деликатненький, зелененький. Немножко пустоват. Угу. Пустой, когда вы наносите, и вот посмотрите, какой яркий здесь и какой бледненький здесь. Так. Тоже пустоват. Все очень деликатное, такое весеннее. Если просто нанести, может вообще получиться эффект, как будто бы вы ничего и не делали. Так, темный цвет. Ой, а вот темные очень хороши. Ой, зеленый тоже классный в плане вот растушевки. Так, и, короче говоря, светлые вот эти, они очень деликатные, они красивые, но цвет передачи нежный. Можно сделать ярче, если вы нанесете на какую-нибудь влажную основу. Это может быть консилер, это может быть хайлайтер. Сейчас даже попробую вам это показать. Вот, например, я беру, это у меня Vivienne Sabo, наношу вот так вот консилер. Видите, он такой немножко розовый. Сейчас возьму розовые тени. Так, и нанесу на кремовую текстуру. Вот они становятся чуть-чуть поярче, но, кстати, не сильно. Так, ну что ж, тоже пахнет, не хочу такой краситься. Вот и эта палеточка выглядит очень даже симпатично. Я так понимаю, что вот это будет у нас пудра, только она слишком темная для некоторых девчонок. Хайлайтер. Это. Какой хайлайтер суперский. Он просто такой яркий. Посмотрите. Класс. Это, наверное, пудра, которая выравнивающая, полупрозрачная, да. И тени. Сейчас я попробую тени. Так, на вид палетка
Очень хорошие базовые цвета. Вот то, что я люблю. Набираем. Очень нежненькие. Легко тянутся. Супер. Так. Супер. Теперь сияющие. Тоже красивый. Кстати, тоже в качестве хайлайтера подойдет такой серебристо-белый. Так. Вот этот цвет, он тоже красивый и темненький, сияющий. Вау, какой сочный. Ну и светлый, понятно, он такой как базовый, да. Слушайте, шикарная палетка, я хочу вам сказать так, по запаху. А запаха практически нету, да. Вот эта вещь, правда, бесполезная. Так, она не здесь была, она была вот здесь. Так, и еще вот такая вот палетка. Честно вам скажу, я не удержалась и, конечно же, ей воспользовалась. Мне тоже она очень понравилась. Аромата нет. Цвета классические, базовые. Вот эти вот цвета тоже хороши. Очень деликатные, сияющие для как раз подвижного века, то, что надо. Вот этот цвет также. Тоже очень хороший, можно как хайлайтер. Ну и, соответственно, вот эти два матовых, они для того, чтобы нанести как базу. Хорошая палетка. Так, и еще одна, тоже Диваш, она такая, видите, Stardust. Тут, конечно же, более активные блесточки. Так, упала, ну и ладно, это нам не надо. Попробую, первый раз тоже тестирую. Они набираются очень сильно, посмотрите. Соответственно, цветопередача будет мощная. О, прям ощущение, знаете, даже немножечко такое, как кремовой текстуры. Посмотрите, какая цветопередача. И текстуры. Очень много прям, я очень много взяла. И здесь настолько прям чувствуется слой. Нужно наносить очень аккуратно, иначе это будет просто откровенно лежать на глазах. Это будет некрасиво. Поэтому с такими текстурами нужно быть аккуратным. Вот здесь, кстати, другой результат абсолютно. И последнее, это вот это. Красивая палетка. Палетка нарядная. Это у нас, это у нас Диваш тоже. Ну, кстати, вот я же работала в этой компании. Хороши они, молодцы. Бюджетно достаточно. Но вот это вот просто такая классическая палетка. Здесь замечательные цвета, текстуры, но чересчур аромат. Чересчур аромат. Шикарная палетка, но очень яркий аромат. Перед тем, как приступать к макияжу глаз, конечно же, брови. Нашла карандаш, тоже Диваш. Почему так много Диваш? Потому что в этом магазине не было представлено большое количество разных брендов. То есть это был вот как раз Lavelle, это черный жемчуг, только тональные средства. Диваш, декоративная косметика, была представлена в полном объеме. Vivienne Sabo и какие-то вот такие вот помады Finel. Вот, Finel тоже там было чуть-чуть, поэтому... Поэтому такой выбор. Карандаш самозатачивающий, очень это удобно, безусловно. С другой стороны, щеточка, то, что тоже очень удобно. И такими карандашами вы не сделаете лишние движения и не переборщите с цветом, за что я их и люблю. Поэтому карандаш я уже это тестировала, мне очень понравился. Цвет такой деликатненький, прекрасно. Подойдет и как для блондинок, и для брюнеток. Сначала я делаю вот так достаточно активно. Посмотрите, как я увеличиваю к началу. Вот здесь сюда. А потом я это все правильно растушевываю. Посмотрите. Слегка дотрагиваюсь, смягчая вот эту линию, которую я прорисовала. Здесь немножечко растушевываю, а тут лишнее убираю. И в итоге у меня получается начало мягкое. Так, вторая бровь. Тут я их недавно покрасила. Так. Красота же.
музыку вообще прекрасно. Вот. Следующий шаг теперь глаза. Я даже, честно говоря, не знаю, какую все-таки выбрать палетку. Или то, что мне уже понравилось, я ее тестировала. Или вот эту вот новую, где тут представлено 6 цветов, еще и хайлайтер. Ну, давайте, наверное, новую, чтобы это было как в первый раз. Я же ее только что вскрыла. Кисточка. Кисточка была только одна, вот такая. Она плоская, то есть она не для растушевки. Она больше для нанесения теней. Для нанесения это когда вот так вот раз наносите и растягиваете. А вот чтобы красиво делать растушевку, вот эта кисточка не подходит. Так, попробуем. Набираю темные тени. В данном случае воспользуюсь вот этими. Так, и как обычно, так лишнее на руку, начинаю с внешнего уголка глаза. Затемняю, вот что происходит, когда неправильная кисть. Видите, то есть тут нужно ее держать определенным образом, то есть класть. Потом вот здесь для того, чтобы растушевать, нужно вот такими оттягивающими движениями. Это так долго, это так неудобно. Можно взять кисточку, которая в виде бочонка, и она сделает сразу же плавный, красивый рисунок. А вот если у вас вот такая кисточка, и вы говорите, что у вас не получается макияж глаз, верю, у меня тоже будет не получаться, а точнее, я, конечно, сделаю. Но это будет очень долго, и это будет прямо, знаете, такое насилование зоны глаз. Вот вопрос, зачем? Смотрите, я сейчас беру кисточку другую. Вот такую пышненькую, бочоночек, как обычно я люблю. Набираю эти же тени со всех сторон на кисточку, встряхиваю и посмотрите. Другое дело. Во-первых, видите, значительно мягче цветопередача, что тоже очень хорошо. Вы не переборщите. Проще растушевывать, и вы быстрее добьетесь хорошей растяжки. Вот так вот, поэтому вот такие синтетические или натуральные кисть бочонок, она сделает это дело. Так. Ну вот, посмотрите, какая разница. А здесь пятнами, здесь лучше. Например, нужно потемнее, легко. Набираю поактивнее. Заполняю. Вот, у меня получается вот эта вот дымка, растяжка. И увеличивается глаз. Так, я не буду сейчас мучить этот глаз, потому что это будет очень долго. Зачем это вам? Просто если у вас такая кисточка плоская, то я предлагаю приобрести другую, которая будет давать вот этот эффект качественной растушевки. Иначе будет создаваться эффект такого грязного макияжа. Или вы это будете видеть, и вы будете понимать, так некрасиво, значит, тени не для меня. И в итоге не пользуетесь. Вот, видите, как здорово, быстренько. Так, единственное, что вот ей можно, например, сделать по нижнему веку, будет чуть-чуть поудобнее. Потому что она не широкая. Можно немножко растушевать. Так. Все равно это не то. Таким образом можно наставить ляпы и получится некачественно. Так. Немножко такой драматичный цвет, если честно. Если бы я взяла серый, было бы еще хуже. Так, ну у меня же есть консилер, хайлайтер. Мы сейчас попробуем этой кисточкой, этим консилером чуть-чуть подкорректировать макияж, чтобы было более чисто. Так, не попасть мне этой кисточкой туда, куда надо. А еще же веки разные у нас у всех. Поэтому бывают такие зоны, знаете, куда кисточка просто не попадает. И в итоге ломается рисунок теней.
Так, ладно, пока сохраню таким образом. Теперь вот сюда, на подвижные века, я нанесу вот такой вот цвет. Посмотрите, сияющий. Достаточно он такой активный. Наношу уже пальцем, потому что другой кисточки у меня нету. Есть только пальцы. Что это уже все. Так, ну что-то более-менее. Кстати, пока я тут крашусь, я смотрю на свой тон, и он мне не нравится. Потому что пудра, она прошло вот какое-то небольшое время. Вот тут вот просто все видно. Вот эти вот точечки, как пудра лежит. Просто откровенно видно, что я накрашена косметикой. И она прям лежит на лице. Вот это мне не нравится. Вроде бы я припудрила лицо, но при этом все равно оно как-то блестит. Нет вот этого эффекта матовости. Так. Немножко воспользуюсь румянами, потому что прям не хватает здесь чуть-чуть завершенного такого результата, чтобы вот тут сделать вот эту растяжку. Так. Вот. Чуть-чуть, видите, подтеплила тени, чтобы соединить с румянами, чтобы был такой немножечко единый рисунок. Воспользуемся еще карандашом для глаз, чтобы полноценно. Карандаш я купила Диваш. Я думаю, надо его поточить, потому что он в магазине продавался не в вакуумной упаковке, то есть он мне был запечатан. И когда я его открыла, там было такое, знаете, как будто бы его тестировали. Мне это не понравилось, я решила, надо его поточить. Оказывается, этот карандаш точить не надо. Вот здесь вот есть такой механизм, который, посмотрите, выдвигает карандаш. Вот так вот он выдвигается, точить не нужно. Это очень удобно, с одной стороны. Но я вот испортила вот это основание. И в итоге у меня здесь такой теперь кривой и некрасивый. Приходится выдавливать посильнее. Но я его не тестировала. Вот теперь я начинаю вот тестировать. Как тоже можно еще карандаш поточить для себя, если он не затачивается. Вы берете вот так вот салфеточку и вытираете. Таким образом вы как раз стираете с карандаша то, что вот он был немножко испачкан, например, там, или кто-то пользовался. Можно еще специальным спреем спрыснуть для того, чтобы убедиться, что он продезинфицированный. Спрей для дезинфекции косметики и инструментов. И еще раз я его поточу об салфеточку. Значит, на упаковке цвет очень красивый. То есть он такой прямо тут синий-синий. А вот здесь он синий-зеленый. Я такой цвет не очень люблю. Он немножко, знаете, как бы уходит в зеленцу. То ли синий, то ли зеленый. Ну ладно. У меня сейчас выбора нету. Прорисовываю межресничное пространство. Чуть-чуть выхожу, делаю моделирующую стрелочку. Кто у меня на онлайн-курсе учится, девочки знают, что стрелки бывают моделирующие, стрелки бывают декоративные. Так, второй глаз. Эта межресничная прорисовка делает ресницы погуще визуально, закрашивает вот это расстояние между ресничками. Глаз при этом смотрится ярче. Так. Угу. И так как цвет противоположный моему цвету глаз, получается небольшой такой контраст. Так. Закончили с этим. Все, больше не буду красить карандашом. Да, ну и осталась тушь. Еще чуть-чуть растушевываю своей кисточкой, потому что той кисточкой я бы этого не добилась эффекта. И тушь. Тушь у меня Диваш. Там был представлен большой вариант этих тушей. Я взяла, которые дают объем 90-60-90. Сейчас посмотрим. Угу. Так,
и прокрасим по несколько этапов. Консилер Деваш не дает стойкость. У меня тени скатываются. Значит, они у меня не продержатся целый день. Тушь мне нравится уже. Я уже вижу, как она дает объем. Так. Угу. Тушь хороша. Это она новая. Я ее еще не тестировала. Я когда-то, давно, когда я работала в Единой Европе Холдинг, я эту тушь очень любила. Она дает хороший эффект объема. И при этом она стоит недорого. Так, наподобие также моя любимая — это Гурмандиз, который стоит там рублей 200 с копейками. Тоже очень хорошая тушь. Также вот это. Можно выбрать разные кисточки, а эффект вы сможете добиться с помощью вот такого как бы прокрашивания по несколько этапов. Я очень люблю активные ресницы, потому что они дают эффект такого раскрытого глаза, увеличивают глаза очень здорово. И вообще сразу макияж, даже если он не очень, стал очень. Так. Ну, скажем так, я своим умением, зная что и как, немножко спасла ситуацию в плане общей композиции. Сейчас еще попробую блеск один, который меня очень заинтересовал. Вот с такими вот блесточками. Прям нарядно-нарядно. Так, а еще у меня здесь есть такая зеленая база. Сейчас еще ее покажу. Так, ну неплохо, неплохо. Специально надела черное для того, чтобы, ну, черный он как нейтральный цвет, чтобы можно было воспользоваться разными цветами в макияже. Так, тушь очень хороша. Очень хороша. Так, теперь надо будет мне походить с ней. Посмотрите, как она себя ведет. Как она хорошо держится, как она хорошо смывается. Так. Угу. Готово. Только непонятно, почему же я все-таки очень сильно блещу. Значит, нужно воспользоваться пудрой. Хорошо, беру пудру и припудриваю лицо, чтобы убрать излишнее вот это сияние. Ой, как пахнет! Она вроде бы неплохо пахнет, но этот аромат, он очень яркий. Этот аромат не для косметики. Эту пудру нельзя наносить в течение дня несколько раз. Она дает наслоение, это некрасиво. Так, беру блеск для губ. Нарядненький. Vivienne Sabo. И он тоже очень сильно пахнет. Так, чересчур блесточек, много. Не совсем мое. Так, ну что? Ну, как-то так. Что я вам хочу сказать? Давайте теперь посмотрим по ценам. Сколько что это стоит? А, про вот эту зеленую штучку. Вы знаете, что это? Это, оказывается, для ногтей и кутикулы. Это сыворотка питательная. Она была в разделе декоративной косметики. Там был отдельно стенд, где продавались средства для ногтей. А вот это было в декоративной косметике. Я была уверена, что это зеленая база. Здесь еще написано, видите, BB. А оказалось, что это средство для кутикулы. Так, это у нас фирма Деваш с кисточкой. Ну, буду, значит, ухаживать за ногтями. То есть это не для лица.
Ну что, давайте теперь посмотрим по чеку, что сколько стоит, и я вам скажу немножко свои ощущения по поводу всей этой косметики. Ну вот посмотрите на мой макияж. Нет, конечно, в целом вроде бы неплохо, что касается визуальной картинки, да, то есть я постаралась все-таки, мастерство никуда не денется, сделать максимально так, чтобы это было прилично, достойно, но что касается качества текстур именно на лице, то есть дискомфорт. Тональный крем, он слишком такой, знаете, как бы увлажняющий, не то чтобы это плохо, а в том, что вот эта вот текстура, она до конца не впитывается и остается на лице такая небольшая, как пленочка, она не ощущается, нету какого-то дискомфорта, не в этом дело. Дело в том, что когда вы на такой тональный крем сверху наносите пудру, например, вот эта вот матирующая, которая, может быть, она сама по себе, когда я ее тестировала, мне она понравилась, если ее наносить без тонального средства, она просто как классическая пудра, но вместе с этим тональным кремом у меня пудра, она скаталась. Каким образом? То есть если посмотреть вблизи лицо, то при буквально там расстоянии 50 сантиметров, около метра, можно увидеть, как на мне лежит пудра и тональный крем. Это некачественно, это не дает ощущения вот этой как единой кожи, и макияж смотрится такой немножечко, знаете, как бы кустарный и дешевый. Что касается цвета пудры, она хороша. Ну и я хочу сказать, что я так не очень вкусно пахну, в прямом смысле, потому что, например, вот этот блеск, который нанесла, он тоже ароматный, я прям чувствую этот запах. Вот эта пудра, она тоже очень ароматная, я чувствую этот запах. Если бы я еще воспользовалась вот этими тенями фирмы Lavelle, да, то я бы еще бы добавился этот запах. Поэтому, если подойти вот так вот к девушке чуть поближе, там, я не знаю, поцеловать ее или еще что-то, то будет ощущение не моего аромата, а аромата вот этой косметики. И он немножко такой, не немножко, он реально такой запах нафталина, что ли, какой-то вот старости. Есть такое. Косметика Диваш, не могу сказать, что она пахнет, здесь запах не очень, но он только вот в упаковке, вот на себе я так его не чувствую. Это вот эти, значит, моменты. Давайте немножечко по стоимости. А, еще что хотел сказать. Хайлайтер мне понравился, имеет место быть. Спонжик, непонятная форма, но после того, как я его смочила, достаточно мягкий, тоже, в принципе, можно. Палетка теней. Цвета хорошие, растушевываются хорошо, если правильная кисточка, но вот на этот консилер растушевывается не очень хорошо. То есть я не вижу вот этого совершенной, как у меня обычно получается, растушевки теней. То есть все равно есть какие-то вот ляпы. Это из-за того, что тени приклеиваются к консилеру, хотя я припудривала веки. Так, тушь фаворит. Мне очень понравилось. Карандаш для бровей мне очень понравился. Консилер, хайлайтер. Честно говоря, что-то я не совсем поняла. Он какой-то, ну, не самый плохой. Оставляем тоже. В общем-то, можно приобрести. Карандаш мягкий, хороший. Сама виновата, испортила. Кисточки мне понравились. Они недорогие. Вот эта кисточка для глаз не понравилась совсем. Так, тени Диваш понравились всем по качеству. Единственное, что вот эти блестящие надо понимать, конечно. Что касается вот этой базы Vivien Sabo, вот сюрприз. Она может не пожениться с другими текстурами. Давайте по стоимости. Так, карандаш для глаз 165 рублей. Нормально, недорого. Хайлайтер 249 рублей. Так, консилер для лица 239 рублей. Румяна 252 рубля. Консилер, консилер 273 до. А вот это, значит, который хайлайтер Luminous, он стоит 239. Так, кисть для теней 219 рублей. Пудра для лица 312 рублей. Так, кисть для румян 449 рублей. Это вот это.
Мицеллярная, не мицеллярная вода, а спрей для лица 64 рубля. На палетке теней Лавель стоит 100 рублей. Тушь для ресниц 247 рублей. Так, компактная пудра 123 рубля 99 копеек. Спонж для макияжа 230. Блеск для губ вот этот 254 рубля. Праймер для лица Vivienne Sabo, вот это самый дорогой продукт получается, 397 рублей. Продукт с сюрпризом, я бы так сказала. Палетка Divash, вот это 623. Но здесь много чего. Ну, в общем, вот из того, что я использовала, все получается. В общей сложности все продукты где-то чуть-чуть, может быть, меньше 300 рублей, кроме вот этой вот базы. В общей сложности, если так посчитать, то получается около там 3,5 тысячи рублей вот эта вот косметика, которую я использовала. Помаду я не сказала, по-моему, сколько, Vivienne Sabo. Ну, то есть, в принципе, бюджетно купить можно, но тут нужно, я точно скажу, быть хорошим специалистом в выборе декоративной косметики для того, чтобы в магазине протестировать и понять, что вам это не подходит. Я специально сделала такой выпуск, чтобы купить эту косметику в именно таком магазине, как большой гипермаркет. Кстати, пока я выбирала косметику, достаточно много женщин подходили к этому стенду, выбирали и складывали себе в корзину для покупок. Поэтому покупательницы есть. Просто нужно понимать, какие бренды покупать, как их использовать. Поэтому, конечно, здесь нужно этому научиться. Я этому учу. И что хочу сказать, что не все так плохо, но можно выбрать продукты, которые сделают качественный макияж. Я, может быть, и сделала отдельное какое-нибудь видео на YouTube, потому что я купила достаточно много косметики там аж на 9000 рублей, именно декоративной. Я, естественно, не все попробовала. И я сделаю отдельный выпуск, где я тестирую остальные средства, чтобы вам рассказать, в чем их прелесть и стоит покупать их или нет. А дальше вы уже сами выбирайте. Девушки, спасибо вам огромное за внимание. Вы же понимаете, что эту косметику я разыгрывать не буду по понятным причинам, потому что не могу сказать, что я довольна. Да? Вот. Поэтому, чтобы все-таки свою традицию подарки сохранить, я подарю тот набор, который я знаю, протестировала. Это набор Flaviera. Здесь и тональный крем шикарного качества, здесь будет и хайлайтер великолепный, здесь будет загарная пудра, которая очень тонкая и не видна на коже, не создает вот этот эффект слоя и не проваливается в поры, как, например, вот эта пудра Lavelle. Это тушь, которая термостойкая и смывается теплой водой, вам не страшен ни ветер, ни слезы, ни снег, ни дождь. Это консилер, который тоже не заметен на коже и хорошо маскирует несовершенство. Карандаш для бровей и блеск для губ. То есть здесь получается 7 позиций. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот такой вот набор из 7 позиций получит кто-то из вас. Для этого вам нужно подписаться на мой канал. И вы будете дальше тогда смотреть видео, где я рассказываю о макияже, о декоративной косметике. Зарегистрируйтесь, пожалуйста, в Инстаграме. Приходите на мою страничку под этим шоу, под этим видео. Есть все ссылки, как найти меня в Инстаграме. И я расскажу, когда будет розыгрыш, и кто-то из вас обязательно получит в качестве подарка качественный набор декоративной косметики, который поможет вам создать красивый, шикарный макияж, создать красивый макияж, который будет настолько естественный, настолько натуральный, что никто даже не догадается, что у вас есть декоративная косметика на лице. И таким образом вы будете просто излучать вот эту красоту и счастье. Спасибо вам огромное. Увидимся с вами на следующем шоу. А вот что будет в следующем шоу, я не знаю. Это будет сюрприз. Ну, тени хорошо, ладно. Карандаш хорошо, тушь хорошо. Торопилась, могла бы лучше накрасить. Хайлайтер хорошо. Кожа вот тут вот, где хайлайтер блестит, красиво, мне нравится. Тон ровный. Да, тон хорошо.
Ну, помада на любителя, мне такая не очень нравится. Но жесть это то, что вот тут, вот я не знаю, видно или нет. Посмотрите, в порах просто все лежит. Посмотрите, вот здесь вот все лежит. Вот тут на носу, такое ощущение, что у меня просто тонны косметики. Хотя, и вот здесь вот просто кошмар. Ой, видно. Вот тут вот все видно. Это я не люблю. Это считается плохое качество. В данном случае средства между собой не очень хорошо, скажем так, поженились. И на коже ведут себя очень плохо. Так, ну вот, прошло где-то около часа после того, как я делала макияж. И я хочу сказать, что у меня вся косметика, но имеется в виду тональное средство, все провалилось. У меня даже нарисовались морщины. Вот здесь вот особенно вот видно, что морщина просто проявилась. Обычно такого нет. Ну и вот тут вот в порах также все, как будто бы все еще больше. Такое впечатление, что тональный крем все больше, больше, больше появляется на моем лице. Хотя должен, как правило, исчезать, а он наоборот.